Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Уральская и казахстанская фронтальные системы сближаются на юге Сибири, чтобы объединиться общим урало-сибирским циклоном с волнами жары и прохлады. А через предгорье Алтая уже прорывается субтропический воздух из Казахстана. Далее более подробный прогноз. В субботу, 22 июня, в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер южный 3-8, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит плюс 16-18 градусов. В последующие двое суток нас ожидает жаркая, без осадков погода. 23 июня в ночное время 17-19 тепла, днем синоптики прогнозируют около плюс 30. 24 в темное время суток плюс 18-20, в дневное время по-летнему жарко, плюс 31-33 градуса. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом все, желаю удачного дня!